Привет, ребята, сегодня уже 7 августа, и я 4 дня назад приехал с лагеря, целый месяц был в перевале, в скаутинском лагере, хорошо отдохнули. Вчера съездили в Полтаву, и утром, вот уже ночью приехали в Полтаву, сегодня отправляемся в Киев, а вечером едем во Львов в поход, в горы, в Карпаты. Путешествуйте, ребята, отдыхайте, наслаждайтесь.